Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои родные! С вами ваша Елена. Рада всех приветствовать на моем канале. Суставы больше не болят. Так вы будете говорить всем своим знакомым, друзьям, родственникам. Потому что сегодня вы попробуете эту замечательную мазь, приготовленную своими руками, не выходя из дома, как говорится, на своей кухне. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Вы забудете о больных суставах надолго. С вами ваша Елена. Всем вам желаю приятного просмотра и здоровья. Для приготовления нашей мази нам потребуется 1 столовая ложка теплого меда, 1 столовая ложка пищевой соли, 1 столовая ложка горчичного порошка и 1 столовая ложка теплой воды. В отдельную мисочку отправляем все ингредиенты. 1 столовая ложка горчичного порошка, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка теплой воды и 1 столовая ложка теплого меда. И хорошенько все перемешиваем. Перемешиваем до такого состояния, чтобы наша соль растворилась в нашем составе. Так как мы будем втирать эту мазь в наши суставы, чтобы не повредить кожу, нам надо размешать так, чтобы соль вся растворилась, чтобы она была без комочков. Ну, примерно вот так. Вот такая смесь, вот такая мазь лечебная от суставов у меня получилась. Ну, а как ее применять, я вам сейчас расскажу и покажу. Итак, мои хорошие, как только вы приготовили мазь от суставов, дайте немножко остыть. И уже в теплом виде мы с вами будем ее наносить на наши больные суставы. Наносим небольшое количество мази, примерно вот так, пол чайной ложечки, на больной сустав. И вот так начинаем растирать по нашим больным суставам. Сверху положите обыкновенный целлофановый пакетик. Вот так. И можно еще обмотать для закрепления пищевой пленкой. Примерно вот так. Далее мы с вами берем какое-нибудь небольшое полотенчико и еще раз проматываем наш сустав. Закрепляем полотенце при помощи любого платка или шарфа. Я буду это делать при помощи шарфа, теплого шарфа. Вот так. Итак, мои хорошие, такой компресс необходимо держать на больных суставах 2 часа. Я стараюсь проводить сеансы перед сном, поскольку после такого компресса тело должно отдыхать и не подвергаться физическим нагрузкам. Делать компрессы можно каждый день, но мне обычно хватает пару дней, чтобы суставы перестали болеть. Кстати, мои хорошие, такая мазь из меда и горчицы помогает не только при болях в суставах, но а также при головных болях. Намажьте немного мази на виски и полежите 10-15 минут на спине. Головная боль быстро проходит. Итак, мои хорошие, если у вас нет никакой аллергической реакции на те продукты, что у нас находятся в составе нашей мази от суставов, то можете смело ее применять. Если вы сомневаетесь, то лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом. Всем вам желаю счастья, здоровья. Не болейте. С вами была ваша Елена. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам всем здоровья, счастья, удачи, успехов и благополучия. Берегите себя и своих близких. Спасибо за внимание.